Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале «Рыбалка – это жизнь». Сегодня я с вами хочу поговорить о такой снасти, как пуля. Пуля для того, чтобы ловить тарань. Это вот такая вот пуля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Приятного просмотра! Основная вставка будет из лески 0,5. Вот такая вот она. Поводки буду делать из 0,16. Вот такая. А крючки поставлю. Вот такие. Ну что, приступим. Беру лески, ну, сантиметров 30, наверное. Отрезаю. На конце делаю петлю. Это для того, чтобы соединить с основной леской. Смачиваю. Это естественно. И обрезаем лишнее. Так, теперь вот как будет находиться кормушка. Кормушка будет вот так вот крепиться. Значит, здесь пойдет вот так вот основная леска. И мы ее сюда вставим. Такие противозакручиватели уже продаются в магазинах, и довольно-таки их много. Просто кого заинтересует, походите по магазинам, поспрашивайте, они есть. Так, что мы дальше делаем? Дальше надо будет взять бусинку и поставить бусинку. Для того, чтобы наш поводок не попадал вот сюда, видите, смотрите, здесь большое отверстие. Поэтому лучше вставить бусинку. Дальше ставлю quick change. Это быстрый съем. Вот это он. Вот видите. Это для того, чтобы быстренько можно было поменять поводок. Опять смачиваем, затягиваем. Все. Все красиво, все хорошо. Все, эта часть у нас готова. Вот что получается. Это идет. Этот конец с петлей идет на основную леску, этот идет на поводок. Вот для чего я поставил шарик, видите? Для того, чтобы наш ветлюжок не проскакивал в это отверстие, потому что будет плохо. Он цепляет и теряет чувствительность оснастка. Теперь беру леску поводковую, эту 0,14, ну и сантиметров, наверное, 30. 40. Делаю петельку. Так, отрезаю сам этот поводок. И теперь этот поводок креплю на quick change. Вот он. Просто одевается на него и все. И чтобы он не слетал, ставлю
силиконовую втулку. Пыльник, втулка, чёрт, как она называется. Не знаю правильно. Так, одеваю эту втулку на Quick Change до конца. Ну и все. Вот он наш поводок. Вот он. Вся его длина. Теперь на конце поводка привязываю крючок, который я показывал, вот этот крючок. Ну вот он. Надеюсь, что хорошо его видно. Желтенький, как раз под опарыша, будет само то. Привязываем этот крючок. Все, вот он получается длины такой поводок. И теперь я уже заготовил два крючочка. Сейчас подцепим два крючка. Этот узел, как я показывал, на самодур крепить поводки, таким же узлом я здесь и пользуюсь. Два кольца, нижнего кольца вытаскиваю, опять вытаскиваю и опять вытаскиваю. И в это кольцо, образовавшееся, вставляю наш поводок. И таким же способом креплю еще один поводок. Вот раз, два петля, и нижнюю вытаскиваю, опять нижнюю вытаскиваю, и нижнюю вытаскиваю. Крючочки заранее заготовил, чтобы не затягивать видео, в принципе, чтобы оно и так понятно. Все, ребят, вот получается снасть с тремя крючками. Это снасть пуля, летит в принципе очень далеко, ну и пробивает хорошо ветер, встречный ветер, боковой ветер, ложится туда, куда нам надо. Все, друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал, заходите в гости. Всегда рад друзьям. До скорых встреч!